Так, судя по всему, перезапуск помог. В принципе, продолжим. И красота пропала. Да, вот закат, конечно, это особенное время. Сохранение. Так, ну и туннель это уже неплохо, потому как мы можем выйти отсюда. Надеюсь, не попадутся дополнительно волки на пути. Так. Здоровезное ущелье, конечно. Я надеюсь, тут за мной никто не погонится. Но не будем загадывать. Бежать я в принципе, ну как бы в состоянии, но немного. Толку от этого никакого, я быстрее устану только. Так что я такой, что пойду, наверное, спокойным таким шагом, пешочком пройдемся. Найдем укрытие на ночь. Это труп, что ли? А ну-ка. А нет, камни. Померещится же ночью всякое. Да, пещеру вроде как не видно. Не придется ползти здесь. Вдоль путей. Но так или иначе, пути должны привести к населенному пункту. Я так думаю, ну, по крайней мере. Но может быть, я ошибаюсь. Так, ну, замерзаем мы не слишком быстро, это хорошо, потому что мы находимся в ущелье. Конечно, продувает, но... Ну что поделать? И волки где-то еще. Слева никого. Справа вроде как можно спуститься, но есть ли смысл? Вроде как озеро какое-то, но... Куда я забрел? Непонятно. I could use a drink. Мы сейчас попьем. Так, а пить-то нечего. У нас есть только персики. Может быть, там с них. Не знаю, это сам рассол этот. Вроде помогло. Так, и здесь по какой-то причине рельсы упираются. Да, я понимаю. Ух, господи. Я посмотрел на эту елку, мне показалось, какую-то, не знаю, йети прется на меня. Черт подери. Вот такого я вообще не ожидал. Так, там у нас озеро. Но почему-то мне кажется, что нам туда вообще не надо. А, вот как бы укрыться бы по-хорошему где-то, но...
А что если пойти туда по развилке? Может, там есть какая-то пещера? Так. А, о. Хорошо. Еще мы подмерзаем. Это, конечно, плохо. Погода у нас, кстати, довольно-таки неприятная. Там снег валит еще. Вот. А в пятницу и в субботу надо будет ехать на дурацкие курсы. Что-то мне подсказывает, что это не обошлось без нашего вам методиста. По-любому опять постаралась. Подала или заявку, или еще там что-нибудь. Не сидится спокойно человеку на месте. Так, нам надо погреться. В принципе, здесь уже хорошее местечко такое, как бы. Не так уж и будет. Может быть, здесь посидеть? А ну давайте тут. Так, здесь. Ага. Воспользуемся, наверное, топливом. Добавим туда еще, наверное, что у нас есть. Так, reclaim wood. На часик, пожалуй. Да пускай часик будет, ладно. Палки добавим. 5 штук у нас есть, как бы. Да еще давай на это. Он 2 часа. За эти пару часов можно разогреть, поесть и попить. Так, это раз. Это два. Но, конечно, у них дурацкая вот эта система с приготовлением пищи. Намудрили. А почему тут только два места для разогрева есть? Что мешает набрать еще камней? Присобачить туда как-нибудь. Так, 11 минут. Ну опять, это только до... Так, 19 минут. Одна минута. 19 минут, да? Подождем, давай, пока это дело закипит. Забрали себе воду. А, закипело, нормально все. Заберем. Ну и, пожалуй, банки, наверное, здесь и оставим. Там остается в костре там 6 минут, его просто начинает уже задувать сильно, поэтому выдвигаемся обратно. Спускаться к реке или озеру как-то желания не возникает, потому что я не знаю, получится ли там заночевать. А без ночевки тут делать нечего, как бы. Тем более там силы на исходе. Чел уже подмерзает наш. Так, пещер. Но все-таки здесь нет.
Неужто придется возвращаться к вагонам? Так, а что по карте-то? Где мы находимся? Нам надо, короче... Так, это что? Так, это maintenance yard. Ага. Здесь, короче говоря, нам надо будет где-то изготовить, наверное, копье, но... Так, держись давай, мужик. Мы почти отсюда вышли, нам просто надо пройтись. Еще немного. Что-то сбросит, но ну, понятно, что можно там, выбросить дрова, но я такой думаю, что дотащу их, пожалуй, до вагона, а там уже их использую, и это позволит нам убрать вес. Ну, хотя бы разведали местность, лучше, чем просто просидеть. Тем более настреляли по дороге волков еще. Если их не заметет, то мы утром их заберем. Заберем, нажарим, поедим. И в путь. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Ну. No. Ага. Так. No kidding. Давай. Есть, покинуть. Отлично. Зараза. Пожалуй, наверное, действительно стоит вернуться пока что к вагончику. Или заняться оленем, черт его знает, но... Надеюсь, тут нет наших четвероногих знакомых. Почему нельзя на текущем этапе смастерить себе шубу из волка? Я уже столько там шкур собирал, что мог бы запросто там, не знаю, спальню из них сделать целую. Так, нам надо подогреться, пожалуй. Я такой, что тормозну, пока есть еще шанс не отморозить себе кое-что. Мы так и поступим. Даже, наверное, приготовим чайку, давайте. Так, tin of coffee. Давай, заварим. Он мне как раз настоит сейчас. Кофеек. Просто вообще.
9 минут до готовности. Тем временем мы там согреваемся по полной. Там у нас есть еще какая-то хрень, но в таких обычно... Ну, назвать это вышивка нельзя, конечно. Еды тебе найти. Да, господи. Давай наготовим. Вон есть у нас тот самый запылившийся томатный суп. Пожрем сейчас. Волков он валяется, там целый пакован. Так, так, 15 минут до готовности. Или... Угу. Так, чашечку кофе давай еще. Вот, вот так вот прям. Отлично. Банки у нас еще остались. Ну, сколько там у нас банок осталось, оно? Ну, мы как минимум там две есть. Просто при желании можно. Вот. И пока мы греемся, и пока у нас работает кофе на нас, надо пройтись туда. Погода позволяет пока. Можно проветриться. Задницу поморозить чуток. Может, что полезного найдем. Топоры сейчас на вес золота как бы. И ножи. В песочнице, когда играли, здесь обычно попадались какие-то там стрелы, лук или нож, или топор. Или просто провиант. Что же у нас на этот раз здесь? Патроны? В смысле, опять не подобрать? А почему не подобрать? Так, тут можно подобрать. Так, тут он типа у нас как бы до того. Неподбираемый патрон. Отлично. Так, это что? Ага. Так, батончики, персики. Да. Куча всего. Вот, у нас еще бинт есть. Вполне неплохо. Это кто там воет? О, камень. Дрова там кедровая есть. Ну, короче, нормально. Жить можно, если не проваливаться под лед. Нет. Я понял. Хорошо, пошли назад. Слабый лед. Тонкий лед. Ну, придется переходить рядом с берегом, либо через замерзшие участки. Хорошо, что костер горит. Неплохой ориентир. Шесть минут. Поставить погреться пока эти 6 минут. Температура как-то низкая. На потемках, конечно, тяжело
различать цвета, и я не вижу уже, где находятся красные вагоны пока что. Но вполне логично, что на рельсах мы их найдем. А вон они, по-моему, там лежат. Чего только не мерещится здесь. Мы снова уставшие и снова волк. Ну что, получится, не получится, я не знаю. Нет. Не получилось в этот раз. Так, у нас кровопотеря. Надо перевязаться, короче, по-быстрому. Не помогло. Охренеть. Охренеть, короче. Так, ну-ка, бинты. Да сейчас. Ай, твою мать. Так. Порядок, значит, дальше что там у нас? Антисептик. Так, порядок. Что у нас еще? Нам надо, короче, чпейнкиллер какой-нибудь жахнуть. Это раз. И еще какие у нас проблемы есть? А ну-ка покажи. Так, обморожение. Ну, обморожение, ну, понятно, нам надо там в тепле находиться. Но этот волк, мать его за ногу. Расплатится за то, что я промазал. Или просто помрет сам. Так, это место я помню. Хорошо, пойду сюда. Так, здесь у нас старый волк. Я вот думаю, надо бы, наверное. Угу. Замерзший. Да хотя, наверное, оставим там, если ближайший, тот уже по мертвым. Разобрать его будет уже попроще. А вот и вагоны мои, наконец-то. I could eat anything right now. Того волка так и не видно, да?
Ну куда-то пошел, но я напоследок не успел пойти, как-то затупил. Так, но у нас еще есть олень и волк, торчащий из оленя, поэтому я думаю, как раз он хорошая остановка будет на перекурчик. Да сейчас нагреешься, не ссы. Будет нормально. Looks like it worked. Угу. It sure thing did. Так, 3 часа есть? Есть. Значит, тут у нас размораживается пока что это дело все. Где-то там подыхает волк. Я так его и не вижу. Но, судя по тому, что ускакал он куда-то вот сюда, в эту сторону, рано или поздно он где-то будет лежать. А если не будет, мы ему поможем. Так, значит, тем временем у нас там что делается? Есть 3 часа, значит, что по одежде? Как у нас одежда-то вообще? Немного промокшие штаны и варежки есть. Так, 78%, 93%, 95%, 98%. Так, стоп, а это когда у нас появилось? Я уже не помню даже, ну ладно. Так, 96%, 95%, 94%, 97%, 51%. Вот они, штанцы порваны, короче, наши. 84. Вот волчара позорный. И ботинки. Ботинки — это вообще страшно. Я такой, что починю, пожалуй. Час 16 минут. Давай. I would do anything for a drink right now. Зафейлил. Ах ты засранец. Так, мы набирали воду. Вот, у нас же есть он. Воды немерено, а он такой, что я не могу напиться прям. Так, 2 часа осталось, там у нас что у нас? Есть? Есть, да? Значит, мы можем разобрать, но я такой, что подкину еще, давайте, наверное, угля сюда. 4 часа, 5 часов, давай так, наверное, сделаем. Пожрать хочешь? Ну, давай. Мы можем что там съесть, значит, у нас есть говядина вяленая. Не лучшего качества, конечно, но сейчас будет нормально все. Ракеры всякие. Так, ладно, короче, поехали. Значит, 1,7 килограмма, 44 минуты. Давай. Да что ж ты голодный-то такой? Давай, 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 ешь опять-таки собачью еду, давай, ешь, короче, все, что у тебя есть. Никак не нажрется мужик просто вообще. О, давай еще. Рекеры давай жри. Масло арахисовое тоже жри. Ненасытный ты наш. Так, значит, тем временем продолжаем. 5 килограмм. И шкура, и кишочки, наверное, захватим. Часик у нас есть. Я думаю, что я просто набранное добро сохраню в ящики, положу в вагоне. На всякий пожарный, пускай лежит. Не помешает, оно так хотя бы не развалится, ничего с ним не будет. Так, теперь же приготовить. Понеслось, короче, мясо, да? Так, раз,
Так, кок. Еще давай. Тем временем рассвело. И туман пошел. Так, значит, там сколько там осталось? На 53 минуты. Не, спать ложиться не надо. Я, пожалуй, наверное, сейчас просто буду терпеть. Так, забираем. Забираем. Ток. Волчатина одна. Волчатина вторая. Так, 2 часа есть у нас, да? Мы можем туда еще добавить еще угля. И будет у нас уже 3 часа. На прожарку. Looks like I made it through another night. Mm-hmm. Yes, you did. Так, можно заодно попить, поесть там пока еще, наверное, перекусить говядину эту. Даже жрать она уже никому не нужна, по сути. Так, стоп. И воду. Отлично. Так, подождем еще часик. Забираем. Забираем. Готовим дальше. И пускай там держится. У нас, короче, будет на каждой локации по запасу мяса. Я так подумал, опять-таки, мне в 5 дней не ехать еще на курсы. Может быть, получится просто на первом занятии договориться, чтобы я никуда не ездил, просто дистанционно сдавал задание и все, и не парился на этот счет. Хрен его знает. Так, ладно. Отлично. Так, сколько там осталось? 2 часа осталось. Да, значит, давай еще зажарим. И как раз последние у нас там остаются. Куски мяса. Я такой, что подожду, наверное. Так, а там сколько? Еще 30 минут. Все. Час остался, значит, час. Можно передремать, даже я так думаю, наверное, разложиться как-нибудь здесь. И поспать часик. Пока у нас горит там все это дело. Так, остается 18 минут и поднимаем наш... А? А? Да ладно, я уже пособирался. Спасибо, но не нужно. Или там волк где-то помер, а ну показывайте. Я бы такое что забрал. Так, ну пока что, наверное, надо выложить наши куски мяса пожаренные уже в вагон, хотя бы там оставить, и пускай у нас это будет перевалочный пункт. После этого я локацию немного еще исследую. Заберу оставшееся мясо со второго волка.
возможно, найду третьего мерзавца, который на нас напал. И, возможно, этим наша сессия на сегодня закончится. Как знать. Как знать. Вагончик. А там, по-моему, волк лежит, да? Нет? Нет, показалось. Не показалось, померещилось. Но я его найду. Я его найду. Я не успокоюсь теперь. Прожить мы проживем, опять-таки кедров на собираем по дороге сейчас еще. Я такой, что выложу, пожалуй, и лишнее барахло сейчас в ящик, пускай лежит там, либо просто оставлю на полу. Так, это что, уголь что ли лежит? Так, точно. Так, выложим наше барахло. Так, поехали, значит, эти все. А, мясо. Наши лишние килограммы, так сказать, сбросим. Так, собачью еду давайте, наверное, сбросим, наверное, пока вот эти батончики, они не особо хороши сейчас. Так, ну хорошо, ладно, этот пакет нам нужен. Шашку можно одну скинуть. Так, переложили. Банки можно одну положить, а вторую мы уже как-нибудь наедим. Так, что из этого не носится? Значит, не носится вот эта штука, вот это, значит, так, decent, new, это не носится тоже, да? Носится. Поэтому выложить. И вот эту шапку тоже выложить. Все остальное на нас надето. А плюс можно выложить пока уголь. Не помешает нам. Газеты вот эти все. Так. Вроде как неплохо так. Разложились, пожалуй, там швейный набор. Ну, он, конечно, мало весит. Так, шкуры. Вот, обязательно шкуры выложить надо. Нахрен я таскаю их с собой вообще. Так, класс. Ладно. А стерилизация? Да. Я обалдею просто. Ты там уже это самое? Закончил, что ли? Заниматься. Ух, ух, как полегчало аж прямо. Так, а что по весу? 27 килограмм. Ну, мы не можем таскать больше из-за того, что устали по-хорошему. Так, ну а волк, вот где-то он валяется. Вот надо его найти. Теперь перед этим опять пропустил. Там был закат просто...
роскошнейший. Я покажу попозже как-нибудь. Ну, либо на записи можно увидеть. Так. Сгущается туман. Вот это вот мне нисколько не радует. А, у нас еще один труп, что ли? Ни хрена себе, мясо у нас прям сегодня. Само в руки лезет прям. Так, это что? Это камень. Это не уголь. Так. Так, родненький, а сколько там тебя осталось? 1,8, там 36 минут и шкуру давай заберем. И вот что меня беспокоит, это ножик бы наточить надо. До среднего, но мне по попе не дадут пинка, так что можно оставить на потом. А, ты пещеру на заказ там делаешь или как сейчас? Еще один волк. Твою мать. Так, а где ж тогда тот там, третий волк? Где-то же он остался? Нет. Так, понял. Тонкий лед. Нет. А, для себя все. В этом смысле по попе не дадут. Ну да, да. Я что же самое, как бы. Эх, хорошо, когда все делается для себя, но с другой там стороны продать это некому. Да, это вон. Скотина такая. Не дай бог, нападение и еще одно. Я просто буду, наверное, очень зол. Потому как эта зараза меня уже покусала один разок. Это крайне неприятно. Шел такой, двоих волков пристрелил. На каком сайте продаю, я еще ни разу не продавал, если честно. Не знаю даже. Не пробовал. Если получится это дело как-нибудь оформить, то я только за. Но опять же таки, как они будут там с лицензиями этими там и всем таким добром. Черт его знает. Ну а так пока что как бы для себя там занимаюсь. Практикуюсь, разбираю, что у меня получается, что нет, и в конце концов пытаюсь устранить какие-то проблемы, которые возникают. Так, стоп, а как я вышел? Погоди, там были вагоны и здесь такие же вагоны. Я круг намотал, что ли? Получается, да. Ладно, пойдем сюда. Вот, да, и второй момент, да, как бы из-за того, что платежные системы в Украине не работают, ну, по крайней мере, подавляющее большинство, да, если ли раньше у нас были там WebMoney, там Kiwi были, да, этот, PayPal, то теперь они не работают из-за того, что правительство у нас такое. Долбанутая. Вот. CG Trader. А, знакомый сайт. И как оно нормально идет? Я имею в виду, там сильно этот ругаются, если ли косяки какие-то да, присутствуют, или там не принципиально для них. Так, погоди, это тот, который волк, ну, помер или не помер? А ну-ка, сейчас я смотрю там. Того оленя не мы разобрали, ладно. Получается, это та волк номер один, который у нас там сдох. Вот или два.
Хрен его знает. А третий, походу, так и не помер. Он такой решил, да, что-то мало меня потрепало, наверное, я не буду подыхать. Зараза. Ну и да, судя по тому, что он ускакал куда-то в ту сторону, походу, да там его и увидел сейчас только что. Тогда нор... Норм или... Я как-то начинаю. Так, на 100% заморожен 1 час. Да, нет, не мочить. Так, я думаю о том, что надо бы подточить ножик, наверное. Можно ли это сделать? Так, а ну-ка, нож. Ножик. Actions. Sharpen. О, давай его. Наточим. Так, сколько что там? 41%. Заточить еще надо. И еще давай. Если на нас нападут, нытик. Так. Все нормально, если ты, конечно, в наглую качаешь. А, ну в этом плане нет. Я такой ерундой не занимаюсь. Ну как бы я качаю модельки там из инета, посмотреть, как они сделаны, допустим. Или если ли понравились какие-то персонажи из игр. Просто то для коллекции качаю. Но пользоваться ими я не пользуюсь, как бы. Я самостоятельно не создаю все. Вот. То просто, я помню, там несколько лет назад, по-моему, в 2014 там или каком было. Паренек рассказывал, как он торговал на этом самом, на Turbo Squid. И он говорил, там требования адские, мол, опять таки, ким превьюхи там делал, лать пилить надо всякие. Рендеры там строго по правилам делаются и так далее. Вот, я такой думаю, блин. Геморрой, конечно. Ну, деньги не помешают, понятное дело, но... скажем так, пока что то проекты, которые я делаю, они чисто для себя. На продажу я, наверное, отдельно залеплю там что-нибудь такое. Робота брали. Прикольно. О, еще один, что ли, труп? Так, а ну-ка. Есть у нас растопить чего? Нет у нас растопить нечем, короче. Мы в жопе. Но, к счастью, не так холодно. Так, где они там летают? Вон там на деревце ориентируемся. Давайте так. Вот. И проблема возникла, вот я с твичом вот это возился с месяц, короче. И чувак же у нас один там был, да. Прислал вот эти 900 рублей, когда мы проходили как раз 9 часов Лондарка. И я эти 900 так и не получил, короче говоря. Попытался настроить через этот самый, короче, PayPal. Потому что я не уверен, но по-моему, платежка эта там у нас должна работать. Так, где они летают? А вон они летают. Платежка какая-то должна работать, потому что хотя бы тест на прохождение платежей у меня пройден. То есть на карту с карты там снимался со доллар, получается, и возвращался доллар. Так, надо собрать. Если для того чувака хотя бы так скраббуш, ну, 20 минут. Ну ладно, давай поломаем, короче. Сейчас мы... О, блин. Вот это поломали.
Неплохо. Так, давай, Нана. Костер. Так, wood matches, stick, newspaper. И погнали, короче. Так, на канал мой там внизу есть картинка робота. Нажми на него, и там мой модельный фотож. Ага, понял. А этот самый. Как насчет сайта TaskSketchFab? Я парочку моделек туда выложил. Вот. Но не на продажу выложил, потому что я не знаю там, как этот самый. Там все до путя нормально организовать. Так, надо подсобирать палок, наверное, я так чувствую. Mouth so dry. Да сейчас напьешься, господи, ну. Так, есть какие-нибудь банки там, склянки? Вон у нас есть персики, пожалуйста, жри персики. Что за человек такой? Eat it. Я вот сейчас парюсь, конечно, это сама. Мне он сегодня мне бумажку там выдали за эти курсы. Ехать надо на какие-то так курсы, получается, но через два города. А? Вот оно как. Вот. И вот эти курсы, короче говоря, там надо будет проходить на протяжении нескольких месяцев. Тут получается два занятия в этом месяце, два занятия в следующем, одно в следующем и еще одно получается в апреле. Но нахрен оно мне надо, конечно, я понятия не имею, но видимо что-то выплаты-то напрямую там сразу же на PayPal. Ну понятно, да. Влип ты? Да. Проблема в том, что опять-таки я подозреваю, что все-таки эти курсы появились неспроста, потому как поскольку я в лицее там человек, пожалуй, наверное, на второй, который разбирается в компьютерах нормально. Да может это первый, потому что опять, если ли посмотреть на коллег моих, у них там знания меньше гораздо, да несмотря на то, что они преподают, опять же таки, на компьютерные технологии для операторов ПК. Страшно смотреть на это все. Не могут, опять же, поставить нормальный офис, не могут нормальную читалку для PDF поставить. Программы мы для монтажа какие-то вообще там левые, AVS какой-то, видеоэдитор получается, он вообще кривущий, как не знаю что. Photoshop старенький, там какой-то CS с 2016 или что-то такое, что-то. Ну, в общем, ужас. Аня, погоди. CS, по-моему, пятый у них стоит. Вот. Ну мерзко, короче. Вот. Я на это дело посмотрел, мне прям вообще аж плохо стало. За границей жить? Да, в принципе, можно бы было. Можно бы было, но при условии, что у меня как бы не просто сорвался и поехал там с места, да, и все. А при условии, что будет возможность подготовиться к переезду. Ну, потратить, он, скажем так, не знаю, полгода там, да, на то, чтобы то разобраться с вещами, которые есть здесь. Перевести там часть с собой, потому как приставки там свои бросать не собираюсь. Вот. А с другой там стороны, кому я нахер нужен? Ну, по-хорошему, нет ни одного там человека, который бы действительно
Тихо. Нет. Который бы действительно на... был бы не против опять находиться самым рядом, не из-за денег или там, или еще там чего-нибудь. Все постоянно ищут какую-то выгоду в этом деле. Ну и второй момент, за границей люди с другим менталитетом, поэтому я не уверен, что я способен, я могу приспособиться к чужой культуре, к чужому образу жизни, опять-таки. И, например, в Америке я бы не хотел жить, потому как там у них менталитет совершенно иной, и постоянно вот это притворство, традиции, рамки какие-то, правила вот эти, любезности и все такое. Это не мое. Хочется жить так, чтобы оставаться самим собой, не подстраиваться ни под кого нормально. Вот. Ну и просто получать удовольствие от жизни, а не постоянно на заниматься какими-то проблемами, скажем так. О, насчет электриков я смотрел пару каналов. Есть один канал, называется AM NUSA, по-моему, где парочка электриков из Беларуси переехали там в Штаты, получается, и проживают там. Но у них настрой позитивный, они как бы любые проблемы воспринимают легко, поэтому для них переезд дался нормально. Но я не уверен, что я смогу так жить, тем более один. Вот. Можно было бы переехать с кем-то своим, там, скажем так, да, который с человеком, который хотя бы не отличается от тебя ничем, да? Настолько же долбанутые же, как и ты, да, как говорится. Потому что чужие люди как-то ожидаются всего от тебя там. Я с трудом приспосабливаюсь к новым обстоятельствам. Мне это просто вот не дается мне это. А так, конечно, нам можно было бы поехать, не знаю, на короткий там срок пожить, просто попробовать себя, да? Я слышал, хорошо жить в Финляндии, допустим. Так, и что тут у нас? Ага, короче, тепло у нас, да? А раз тепло, то, по идее, я могу лечь спать и не замерзнуть. Давай так и сделаем, начнем. Положим здесь матрасище наш. Попробуем поспать часик. Так, не жалуется, каждый день мангал с пивком, кемпинг, я пробовал, уже не годик. Ну, как объяснить, я человек, пожалуй, не такого менталитета. То для меня именно проживание на жизни ради, скажем так, простых вещей не интересно. Я бы хотел прожить жизнь так, чтобы я после себя там что-то оставил, хорошее оставил. Но помог людям, апе, которые повстречаются на пути, да. Так, у нас еще пить хочется, да? Вот оно. И хочется, как бы, не знаю, прожить так, чтобы не пожалеть об этом.
смотришь так на большинство населения нашего АПИ, которое у нас тут, здесь, в этом поселке, живут. И у них как бы жизнь завязана на простых вещах, опять, не знаю, завести детей, сходить на работу, набухаться, потусить там, пожарить шашлыки, поехать на природу куда-нибудь, получается. То прикупить новую машину, дом и так далее. Но, в общем говоря, завязано все на простых бытовых вещах. Для меня же смысл больше в творчестве. Я просто не вижу жизни своей без творчества. Вам не надо что-то создавать. Такой момент. Бизнес открыть учителем. Но опять, учителям платят мало. Даже за границей. Есть, конечно, там школы хорошие, да. В России, я знаю, за зарплаты ты гораздо выше, чем у нас. У нас тут зарплаты ты вообще там на 100 или там 150 баксов получается. Ты получаешь за это все дело. Так, а ну-ка, что тут у нас? Замерзший. А, по нулям все, да? Да. Ну вот. Но если пристроиться куда-нибудь в онлайн там школу, допустим, или какие-нибудь там организации, работающие через Skype, то есть люди, которые получают именно хорошие деньги за это дело все. Вот. Мне повезло в том плане, что я как бы не зря обучался языку и преподаванию. Но преподавание не у меня, конечно, страдает в том плане, что я меньше... Ну, скажем так, слабее знания в методике, чем в знаниях языка. Вот. Если я хорошо понимаю язык, да, как бы, но при этом какие-то аспекты преподавания даются тяжеловато мне. Бывает, что я не могу нормально построить урок, бывает, что неинтересно получается и так далее, да. Но в плане объяснений, по крайней мере, там дети опять говорят, что поясняем доступно. Вот. Так что, в принципе, мне надо заняться именно методикой преподавания и разобраться именно нам в этой части. И тогда я смогу нормально как бы преподавать уже там где угодно. Так, у меня мама тоже учитель, 26 тысяч рублей этого не хватает. Да, не хватает. Но я имею в виду это самое. У нас вот, скажем так, да, ну, 26, я так понимаю, у тебя там или Москва, или какой-нибудь еще большой город, да? Здесь городок небольшой. Держится он, по сути, на одной единственной шахте угольной. Шахтеры получают около 8 там тысяч, получается, гривен. Ну, бывает 10 тысяч. Если ли уже там стаж, наработки, там пенсия и прочие такие есть плюшки. На русский это примерно, ну, до 20 тысяч получается. Преподаватель же получает здесь от... Это 4 тысяч получается цена, то есть на ваши это примерно на 8, наверное. Вот, и... I need some water. Так, выучить, с памятью плохо. Ну, согласен, да, память в изучении языка, это важно. У меня есть такие дети, те, которым абсолютно, как бы хорошо ты ни старался, как бы ты ни рассказывал, уже под конец урока они уже ничего не помнят, короче.
Либо потому, что уставший, либо потому, что я так рассказал плохо. Либо потому, что они это не допрактиковали как-то. Вот. И возникает опять проблема, как бы, что да, вот вроде бы и материал ты подобрал там хорошо, и преподал его отлично, и получилось, вот все поняли это самое, он сидит на человеке, все, он такой не знает, что ему делать. И говорит же, я понял, но я забыл, типа. Вот. Минусинск. Действительно, нам так называется этот самый поселок, что ли? Или ты просто немного того шутишь? Так, еще один олень. Да тут оленей прям вообще лянь. Немерено как-то. Но не помешает он дрова, конечно. Ам, так называется город. Интересное название, как бы. Довольно отражает. Еще трупы лежат, ля. Тут один. Там еще один. Да, мне тут мяса на месяц, наверное, хватит. Протянуть. Отражает там, скажем так, суть городка. Так, надо погреться. Я сейчас, наверное, добегу до этого. Вот жалко, конечно, что из-за забега в Лондарк ты не согреваешься. Оп-оп-оп-оп-оп. Не-не-не. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чуть не провалился нахрен. Ой, господи, тупой. Вижу одно, о нет, а твою мать, нет. Так, дорогой ты мой, иди ты в жопу. Фу, так, господи. Да. Нам что-то не хватает, короче. Так, ну ладно, у нас теперь мяса еще больше стало на килограмм 20, наверное, чувствую. Фуф. Видишь одно, а произносишь на другое, ну, не факт, конечно, да, но похоже чуток на симптомы дислексии. Не проверял со на эту тему. Дислексия — это там, когда человек не в состоянии воспринимать символы, короче говоря, и не получается у него читать никак. Он просто как бы, не знаю, у него в голове не укладывается, как прочесть ту или иную букву. Может быть... Проблема банальна только. О, твою мать, нет, дорогой. Так, давай ты не будешь сейчас, а? Что не так с тобой? Тут ешь. Так, сдается мне, короче, я тут налажал, да? Так, но если я буду подыхать, то надо будет что сделать. У нас проблема, короче, сейчас с температурой. Я замерзаю полностью. Так, ну пришло время. Пришло время мне по-быстренькому сейчас заняться дровами, опять приготовить. Попить. Так, и что у нас не так-то? Не хватает, что ли, этого? Так, ну-ка, сейчас. Надо быстренько скрафтить, короче, труд. Сделаем так.
Сейчас он. Секунду, пока я не помер, надо это самое, короче говоря, разобраться. Так, все, поехали, значит, разжигаем это все дерьмо. Вот. И в принципе, частенько приходил народ, он говорил, что опять-таки читать не получается вообще. Так, не знаешь, у меня нет семьи людей, которые знают хорошо английский. Так, сейчас, секундочку. Сейчас я это читаю, потерпи немножко, хорошо. Надо, да, поставить опять же воды, потому что я того. Я помираю нахрен. Так, кук раз и кук два. Так, ну и пока он готовится. Так. Нет теми людей, которые знают хорошо английский. Подсказывали, если я ошибаюсь, это я прочитал, непонятно. А, ну так, господи, это в принципе, это не проблема. Я к тому, что можем, как бы, это самое, потренироваться. Я помню даже, что я говорил насчет стримов, ну, по английскому, опять-таки, да, они планируются, но... пока что у меня такая я проблема, что я, ну, в голове у меня картина вырисовывается того же, как сделать материал. Но вот что не так, это то, что хочется довести до идеала все, но пока не получается. Сделать именно универсальный такой учебник, который поможет каждому, но вот как оно будет еще. Еще у меня, конечно, я плохо разбираюсь в том, как это там реализовать, но есть такая идея. Значит, я уже давно моделирую на кабинет свой, в котором работаю. Там осталось уже не так уж и много сделать. Вот. И я хотел сделать что-то вроде приложения. Можно нам даже, не знаю, с онлайном каким-нибудь запилить. И поскольку кабинет виртуальный, то по-хорошему, мол, ты можешь там повесить сеть или расположить что захочешь. И на примере этих предметов уже показывать те какие-то полезные вещи. Вот. Это как бы снимает ограничение то, которое я испытываю в лицее сейчас на текущий момент. Потому как меня вот как-то стороной обошли вообще в том плане, что дали проектор... новому преподавателю, который пришел, просто там выклянчил себе проектор. Дали ноут он человеку, да, и так далее, получается. Я такой думаю, я работаю уже гораздо дольше, но при этом я не получил все. А почему, неизвестно. Так, там сколько осталось? Час. Остался час. Значит, мы можем пока что забрать это все дело. Вот. И я вынужден показывать детям видео, получается, и демонстрационные какие-то там материалы на маленьком мониторе, на который даже не 23 дюйма, короче. А квадратный там 4 на 3, разрешение там на 1024 на 768, короче, вообще хрень полнейшая. Так, сайт под названием Доска, надо посмотреть. Можешь прислать ссылку, я загляну. А второй момент, короче говоря, у меня была идея сделать своеобразную игру на том же, не знаю, RPG Maker или же на Game Maker,
Или на констракт. Ну, то есть, опять-таки, на движке для преимущества на двухмерных игр. Вот. Сделать что-то наподобие... Ну, опять, если ты проходил какие-нибудь игры, сделанные на RPG Maker, то понятно, ну, что там есть тексты, там есть персонажи, надо там взаимодействовать, применять какие-то предметы и так далее. Я подумал, что можно на основе этого вам разработать еще одну игру. Вот. А тем более поддерживается озвучка, поддерживается там все, как бы, да, было бы желание. И вот возникает он куча идей, ты как бы и хочешь его все довести до конца, но постоянно как бы наслаиваются новые идеи, и не получается это все уложить нормально. Вот. Я пробовал создавать это. А, у вас курс даже был? Ну, вот видишь, как ты сама. Я... В принципе, это самоучка, это сама... Все, что умею, я научился сам чисто, потому что любопытный, как бы, и все. Так, здесь 9 минут. Вот. И то же самое касается изучения языка, да, то есть... Должно быть сильное желание, сильная мотивация. Ну, как бы, не то, что мотивация. Мотивация, она как бы пропадает со временем, да? Просто сильное желание заниматься чем-то. Это как, не знаю, ты просто это понимаешь, что без этого жить не можешь. Ты любишь какое-то занятие до такой там степени, что ты готов... в этом направлении развиваться там чуть ли не всю жизнь. И вот тут для меня как раз вот это и стало английский, да, и спортивная тематика. Я тренируюсь, начиная с 8 лет, получается, и продолжаю до сих пор. Так, сайт приглашает на людей, они могут размещать все, что надо, описать этот толпой. Посмотрим. Вот, еще один момент, значит, что я думал. Сделать уроки с применением того же After Effects. Сделать именно это там все красиво, анимировано, эффектно, изящно и так далее, да? Потому как современных детей уже не удивишь какими-то так крутыми нарезками и так далее. Я сегодня показывал им видео с сайта Skyeng, получается. Есть такая онлайн-школа изучения английского языка. Вот. И они так посмотрели на это, опять же таки, только в тех моментах, где проскакивали какие-то там нарезки, там, типа... яркий или где был завуалированный мат. Вот это их только зацепило, опять-таки улыбнулись и все. А дальше нет. Я посмотрел на это и так думаю, опять-таки, если вас он даже так по такой подаче материала не удивить, то что тогда делать? Как добиться чего-то? Когда я учился в университете, у нас преподавала на последних курсах одна иностранка, довольно пожилая, уже лет, наверное, 70 где-то, или старше. И она была из Америки, старенькая такая, бабушка, как веселая, на позитиве там. Я как-то пришел на занятие, и проводила она урок довольно весело. Так, а если ли научиться читать и потом читать те книги, то можно на повысить знания английского. Да, читать надо по-любому, потому что тебе надо расширять словарный запас.
Без словарного запаса как бы смысла было никакого нет. Плюс, опять-таки, если ты освоил правила чтения, то можно напрактиковаться в чтении устно. Плюс, если текст, получается, еще есть в форме аудиокниги, то параллельно можно прослушивать ее и следить за текстом, получается, такой вариант еще. Вот. Что там еще такое? На начинающим я посоветую читать именно адаптированные тексты. В принципе, что из себя представляют адаптированные тексты? Это там текст, где все заумённые слова убраны, получается, и пересказано на истории простым языком. Разговорный повысится? Ну, я не скажу, что повысится, потому что для разговорной на практике надо, да, именно общаться почаще. Разговаривать, писать в чатах и так далее, то есть пытаться как-то практиковать язык. И опять же таки, для разговоров надо именно, опять же таки, разговаривать, потому что это отработка навыка. Вот мы когда преподаем иностранный, да, то так, что там у нас, значит, 8 минут. О, блин, плохо дел. А ну я подберу по-быстренькому сейчас палок он всяких там, давай. Мы преподаем язык и следим за тем, чтобы ученики могли развиваться по четырем направлениям. Это так, чтение, говорение, письмо и так называемое аудирование, то есть способность воспринимать речь на слух. Вот. Дополнительно еще такой момент, да, есть там куча различных методик, есть на книги, там школы, там различные преподаватели навороченные там и так далее. И у большинства вот заметил такую там фишку, да, что они говорят, что надо в первую очередь выучить те слова, которые используются чаще всего в разговорах. Я, конечно же, соглашусь там с этим, потому как нам надо научиться сам разговаривать в принципе, да, а это простейшие там слова какие, да, к примеру, нет, это слова там слушать, наслышать, говорить, видеть, понимать, думать, да, и так далее, то есть... То, что там можно нам встретить практически в каждом разговоре. Вот. И получается так, что вроде бы-то выучить не проблема. Так оно. А, не питьевая еще, да? Вот, повседневная, да. Есть минимальный, скажем так, набор там слов, которые, если ты выучишь, ты сможешь более-менее простыми предложениями высказываться, да, и просить о чем-то, там, спрашивать, да, и так далее. А именно их мы и проходим, когда я даю там основы людям. Но, опять-таки, я начинаю обычно с грамматики, потому что надо... Для начала понять, как это работает. Ну, я может ошибаюсь, конечно, делая так, но я считаю, что для того, чтобы бы полноценно понять язык, тебе надо допонимать, как он работает. Но опять-таки, это в конце концов. Некоторые, допустим, там скажут, для того, там, чтобы ездить на машине, да, тебе не надо, да, там, знать
из каких деталей она состоит, просто то надо научиться ездить, тоже вариант как бы. Так, take it. Вот, но я пошел по пути именно разбора до мельчайших деталей, потому что я хочу понимать именно на принцип работы и структуру языка. Вот. Поэтому есть разные подходы, есть разные способы изучения языка, и тебе надо подобрать именно тот, который поможет и лично на тебе как раз преодолеть этот порог. Вот. И есть варианты, когда абсолютно как бы, да, на уроках не применяется русский язык. Вместо этого показываются различные там ситуации, показываются предметы, показываются наглядно какие-то там действия, получается, и так далее. Да, скольки буду? Сейчас скажу. Так, сейчас 10:14, ну, где-то часа два еще, наверное. А что? Тебе надо, да, это самое, отлучиться куда-то или как? Так, забираем, значит, банки, пожалуй, оставим, к черту их. И пошли дальше. А ворон уже набралось немерено просто, ля, они показывают прям. На 20 минут, ну давай, хорошо, я пока здесь поброжу, похожу, постараюсь дожить до нужного момента, и если что, туда приходи, буду рад. Угу. Тем временем, короче говоря, не мешало бы подсобирать дров еще сейчас на волка и на оленя. Нам надо их разморозить и забрать мясо, а после этого пойти уже в вагончик, пережарить это все. Так, поломаем, пожалуй. Вот, побольше палок, побольше дров. Где-то по дороге попадался кедр еще, но я так чувствую, уже не найду. Затерялся. Заблудился, затерялся. Даже от основного задания отклонился. Но угадайте, что я вижу. Я вижу березовые. А, твою мать, нужен топор. Топора у меня нет. Вот же ж. Вот же. Так, ну хорошо. Я, может, давайте так. Я посмотрю на карту. И помечу, пожалуй, вот где находятся вот эти деревья. Сохраню, давайте, скриншот еще. На всякий пожарный. И пойдем дальше. Сейчас подсобираем веток, опять же, пожарим. Пособираем. И будет нормально. Что-то у нас как было, ладно, три зрителя для так и осталось. Опять-таки, походу, Аким оставил канал открытым просто и все. Что это за место-то? Ага. Ну, мы пока что туда не пойдем. Надо просто подсобирать палок и... Можно будет забомбить костер. Ох, тут нападало. Пока есть погода. Надо забрать мясо. Отнесем это дело все в вагончик. Пережарим. Отлежимся, отдохнем. И дальше в путь.
Сдается мне, что задание по сокращению популяции волков потихоньку сокращается здесь. Как бы я перестрелял уже с каких на четверых здесь. Да иду, иду. Иду, иду. Сейчас все будет. Так, ну чё, родненький. На 89 уже замерз, да? Я, пожалуй, положу. Так, значит, тиндер есть. Нормально, на спичке. Ну, погнали, короче. Надо будет еще не забыть поточить нож, потому как если он развалится, я вообще тогда буду задница полнейшей. Well. Ага. You don't say. Так, 3 часа, отлично. А, в принципе, можно пока прилечь на часик. Пускай размораживается. Передохнем. Тем более мы уже пережили тут чуть ли не клиническую смерть. Но, к счастью, обошлось нормально. Так, на 32 замерзший. 4 килограмма мяса. За полчаса можно собрать. Час. Ну, давай час. Я думаю, мы справимся как-то. Угу. Не успел. Моргнуть уже порядок. Так, надо попить, надо поесть. Я, пожалуй, пожарю, пока у нас есть еще костер. Надо пожарить мясо. Так, час. А успею ли я? Да не, пожалуй, на рисковать не буду, ложиться не. О, как раз. Ясно, так все стало. Так, 1 час 5 минут. Ну ладно, давай. Так, часик, давай. Надеюсь, я успею. Ну, пойдем. Так, что там у нас? Так, пара минут до готовности, 1 минута. О, твою мать, нет. Так, добавить нам нечего, да? Так, пикап. Так, это приготовилось, это... О! Тютелька в тютельку, короче говоря, пожарили. Отлично. Ну, что насчет этого оленя? Один килограмм мяса за 20 минут. Ну, 50 минут на шкуру. Ну, давай. Давай. Сейчас поедим. Так, что у нас есть? У нас есть эти батончики. Давайте их пока, наверное, дожрем. Или мясо сразу можно. Ну, килограмм как раз. Упороть. Есть? Есть. Хорошо. Попить? Let's have a drink. Ну и теперь давай домой. Получится ли перейти? Получится ли перейти? Ну. Родненький, давай. Ну, потому как... лед тонкий и уже как бы смеркается, не хочется тут застрять на ночь. Еще и усталость у нас дикая, конечно. Так, рядом, наверное, с вагоном уже подсобираем на
Дрова. Еще труп лежит. Неужели это тот волчара, который покусал меня, но не дожил? Вполне возможно. Этого засранца я тоже заберу, конечно. Ну, может быть, не прям сейчас, давай натожнем. А нет, там олень, кажется, лежит, да? Да, это олень. Ну, подождет олень, чё ж. Попробую пробежаться, но... Блин, усталость, конечно. Не понял, это что, пещера там? Ну, не пещера, но местечко, где при желании можно было поспать. Но мы протащим до вагона, пожалуй. Неподалеку. Время пока есть. А дров нет. Между тем смеркалось. И еще и туман. Но вот они, замаячили красные наши вагоны. Ну так что, жить будем. А что здесь? Я как-то не заходил сюда. Ох уж это вечное изучение. Вот довольно интересно получается. Он создается локация, и ты такой по ней. А что там? А вдруг здесь и что-то? Бункер я-то нашел, но вот пароля от бункера у меня нет. Здесь его как-то запаролили опять. Еще немного. Главное сейчас не провалиться под воду. Это будет совсем задница, если так. Так что будем действовать с умом. Так, это просто камни, да? Мне показалось уголь. Но на самом деле нет. Так, чуть дальше. Чуть дальше осталось. Так, а напрямую выйдем. Ага, вот здесь есть небольшая полоска снега. Это хорошо. В принципе, неплохо так вышли. На локации как раз поживились, пособирали. Yes. It is. Так, значит, что здесь? Отлично, дрова есть. Раз есть дрова, то ночь продержимся. Я бы такой, наверное, что подсобирал еще вдруг есть тут... Рядом неподалеку что-то. А вот и вход. По дереву вот забираться сюда наверх нет смысла, наверное, да? На вагоне нет ничего. Вроде как нет. Пошли. Будем укладываться. Так, перво-наперво. Надо сбросить барахло. Значит, у нас есть шкуры оленя еще одни. А, у нас нет места там на это все дело, да? А если в рюкзак? 15 килограмм положить может. Давай туда кинем. Господи, оленей этих, волков немерено.
Вот палки есть, хорошо. Дальше что у нас? Мясо. Приготовленное есть, но я такой, что выложу его. Потому как мы сейчас будем жарить остатки. Одежда нормальная, это нормально. Дрова, ну, не густо, конечно, но... Я думаю, пожарить нам на первое время хватит. Пока что. Блин, темно-то как. Так, разжигаем. А, нет. Нет трута. Нет трута. Значит, давай. Так, Tinder plug. Так, получено, да, что у нас? Ага, есть. Но мы потратили палки. Так, три палки. Да слабовато, давайте, наверное, пока. Right here, сейчас приляжем, потерпи. Надо подсобирать палок, ну ты же понимаешь, без этого никуда. Семь палок. Отлично. Так, спокойно. Легкая дезориентация наступила. Так, это что, палки? Нет? Камень. Опять камень. Вот был... Уголь попался. Я просто сейчас не хочу ломать, чтобы не тратить калории особо. Так, а здесь что? Ну, просто камень. Просто камень. Ну, в принципе, пошли. Сохранение пошло, да? Так, а что если... А, да смысл. Ладно, пойдем. Пойдем, пойдем. Так, ну, судя по всему, в вагоне тепло, поэтому нам хотя бы поджарить сейчас все это дерьмо. И будет нормально. Ох уж эти чертовы волки. Damn it. Да ты издеваешься. Так, давай, наверное... Wood matches. Жахнем. С деревянными спичками должно пойти лучше. Ну, с охотничьими, так сказать. Well, that didn't work. Да твою ж ты налево, ну как так? Так, у нас закончился труд. Так, навигация. Light sources, drink. Campcraft. И вот отсюда убрали как раз изготовление зенитрута. Это начинает уже бесить, если честно. Так, еще давай, наверное, про запас сделаем, потому как персонаж наш рукожоп сегодня. Под конец вечера. Значит, что здесь? Давай еще разок. 55%. Может получиться, но не очень, да, типа. Давай, давай, давай. Ну. О, отлично. Хорошо. А не понял? А. Теперь понял. Так, на 3 часа нам хватит, короче, еще поехали жарить волчатину. Так, одну положили. И вторую давай. I got my barbecue shoes on. Как говорится.
Так, один час до готовности. Мы можем поспать, наверное, часик, давайте. Ну, пока оно там не перегорело, короче, по-быстрому. Воспользуемся этим шансом. Хоть бы не сгорело, хоть бы не сгорело, хоть бы не сгорело. Ужас. Так, что там у нас? Так, сырое. Так, минута до готовности. А тут как? Так, пара минут. Попахивает. Так, значит, что здесь? Минута. Готово. Так, жарим еще. А, ну. Так, у нас есть 2 часа. Но можно положить, пожалуй, наверное, мясо. И пойти поискать еще. Так, сырое. Да, сырое, короче. Волчатину сюда. Так, ну-ка. И оленину сюда закинем. О, вернулся, отлично. Хорошо, что вернулся. Мы тут пока это самое волка прожариваем. Попробую пойти подобрать еще палочку. Надеюсь, не пригорит оно, пока я там носиться буду, как черт. Так. Здесь ничего, там ничего. Так, это что? Нет. Показалось. Так, так, 30 минут посижу. 4 утра. Блин, господи, вот эти часовые пояса, блин, чувак, ну. Я бы раньше начал, но я после работы сегодня только. Так, 9 минут. Подождем, давай, на, заберем просто его и все. Так, 36 минут и еще давай последнее мясо туда кинем. Он пара минут даже, так. Там оказывается несколько грамм буквально. Вот. Ну и что, опять же, продолжим тему изучения языка, что ли? Я не знаю, пацан, если есть какие-то вопросы, давай, задавай. Я попробую ответить на это дело. Так, выйдем, пожалуй, наверное, поищем палку. Где-то же должно находиться что-то. Рядом с вагонами разве нет? Ну вот. Так, у нас есть ткань. Так, мне показалось. Что, ну, темновато, я начинаю немножко капутаться. Так, а это что? А. Да нету, что я хотел узнать, узнал. Ну хорошо. Раз так, то хорошо. Так, нет у нас, короче, никаких веток. Судя по всему, мы будем... Сейчас так, наверное, заберу мясо. 15 минут подождем. Ага. И... Давай его сразу утопчем. Давай, давай, давай. Тут ешь оленину, давай, там все ешь, короче. Ненасытный ты наш. Вот до отвала прям тебя накормлю сегодня. Хорошо. Пей давай, напивайся. Все, вот, довольный, сытый, накормленный, напоенный. Осталось поспать, конечно, но... Да, в принципе, и давай ложись. Поспим часов на 6, может быть. Постараемся не замерзнуть.
Так, уже у нас светает, и мы подмерзаем еще тут. Неплохо тогда. Can't feel my feet. Угу. Я уже понял. Но он шевелится бодрее уже. Это хорошо. Давайте, наверное, на кустов наломаем сейчас, пока есть вариант. Вот. Есть риск к переохлаждению у нас. Ну, поэтому надо в ближайшие несколько минут. Так, 20 минут. Ну-ка, что у нас есть? Так, давай костер, короче, жечь. Сейчас мы опять-таки чайку там на кофейку и отогреемся сразу. Так, поехали. Жжем. Ага. И не говори. Да то же самое у нас он сейчас замело к чертовой матери все. И поскольку поселок маленький, то прочисткой дорожек занимаются обычно и жители там сами, да. Некоторые рядом с дворами там своими прочищают. Либо проезжают там трактор там, прочищает основную дорогу. Но пройти на работу, блин, это что-то с чем-то. Я пока доползаю, то приходится человек на 20 пропускать, потому что на дорожке узенькой этой разминуться не получается. Кому-то надо вставать в сугроб. А как правило, на встречу или пожилые бабки какие-то там идут, или какие-то там деды, или еще там кто-нибудь. Ну и понятное дело, вам надо как-то уступить. Так, 11 минут до готовности, 1 минута до. Раз. Так, чего? До расплавления, скажем так. Так, 17 минут, 15 минут. Давай подождем вот эту часть. Заберем. И приготовим... пожалуй, на какой-нибудь кофе давай. Забодяжим. Как раз утро, все дела. Странно, как персонажу не хочется в туалет, знаете ли. Столько пить и столько есть. Но при этом... Yeah, looks like that. Семь минут. Ну, давайте подождем, наверное, просто сейчас это дело. Выпьем. Так, порядок. Тут у нас что? Закипело. Забираем с собой воду. Заберем, пожалуй, одну банку. Банок у нас он сколько там вообще? А ну. Так, одна банка, да? Ну хорошо, заберем тогда и вторую, наверное, потому как две банки лучше. Так, значит, час еще есть. Есть у нас согрев, так сказать. Тут прям сегодня силы прут на полную, и кофе работает. Держит нас прям в тонусе. Я бы такой что-то нарубил бы там дров, но топора нет. Придется все ломать руками. Так, значит, на этой локации я думаю пособирал по большей части все, что хотел. Поэтому нам надо продвигаться дальше. Еще один труп. А, нет, мы там были. Мы там были, но, возможно, я просто не дособирал. Но еще один волк есть. Твою мать. Не, пожалуй, я еще одного уже не хочу как-то
отстреливать, что-то мне уже не улыбается. Я их столько перебил сейчас. Ну, конечно, это не в сравнении с тем 9-часовым там стримом, когда мы их отстреливали для только так, но в данный момент уже я насытился полностью. Так, ну и вопрос, опять же, туда ли я иду? Давайте на карту посмотрим. Не туда я иду, почему? Потому что нам надо... Да, вот сюда, короче, пойти. Раз так, то в обратную сторону разворачиваемся и топаем. Значит, надо подумать, что взять с собой в дорогу. У нас там есть до хрена мяса, есть у нас вода. Но мы как-то очень быстро мерзнем. А мерзнем почему? Потому что, наверное, из-за тумана на влажность. И может быть у нас намокшая одежда, нет? Нет. Не намокшая, но почему-то вот прям мерзнем, хоть стреляйся. Я думаю, и может подзашиться надо как-то заняться. Как знать-то? В принципе, пока у нас костер там есть и пока еще утро, можно посидеть, зашить барахло наше, чтобы не так было холодно. Потому что явно где-то продувает. Раз у нас так ползет все быстро. Мерзнем хорошо. Ну, или плюс, опять же, дает знать о себе влажность, потому как мы на водоеме находимся. А там всегда на несколько градусов холоднее. Замерзаешь прям на раз. Так, ну чё. Сколько осталось? 51 минута. Ну, можно еще. Пока у нас оно горит, давайте воспользуемся возможностью. Ну, подзашьем куртку. Так, не хватает ткани. Не хватает. Почему? Потому что я выложил сюда барахло некоторое. О, кстати, вот у нас есть уголь. Я бы такое, что, наверное, взял его сейчас. Так, вот эту вот штуковину взять. Так, вот это можно взять. Так, ну ладно, это пригодится на случай, если нас погрызут хорошенько. Перекусить. Можно перекусить. Ешь. Так, порядок. И еще ешь. Хорошо. Значит, теперь надо порвать тряпье, которое там у нас не используется. Давайте так, я отсортирую по одежде, посмотрим, что у нас не носится. Actions. Harvest. Сделаем так. Порвали на тряпки. Да можно и вот это порвать, оно довольно слабенькое. Тем более изолентой заматывали. Нахрена. Так, это не носится. Actions. Harvest. Так, ну и вот эту вот бесполезную хреновину на тряпке. Так, что у нас там вообще? Так, усталость у нас обратно вернулась. Кое-кто у нас из зрителей пошел играть уже в контру. Шпилят сегодня сидят. CS GO. Так. Я постараюсь добраться до ближайшего укрытия. А там, пожалуй, подошьюсь. Пока у нас есть шанс более-менее
Да ты издеваешься, ну. Твою мать. Так. Painkillers. Left foot. Да. Да, прям сразу полегчало. Ты такой, нога не болит. Связки не порваны. Не, ну понятно, да, бывают там случаи, что можно на подвернуть ногу на ровном месте. У меня такое было как бы не раз. Но в конкретной ситуации это обидно. Так, ну и что они кружат? Я ж этого волка уже пособирал. Или нет? Я разобрал его или нет? Надо посмотреть, потому как я не хочу бросать мясо. 3 килограмма есть. Час. Так, давайте кустов, наверное, подсобираем чуток. Где-то в той стороне есть. Да, в смысле, уже устал, что ли? Не успел проснуться, уже устал. Проснулся уставшим. Проснулся мертвым. Так, ну все, что здесь? Тут у нас есть палки. Кусты давай поломаем. Еще там 7 палок нам. И еще давай 7 палок. И я думаю, этого должно нам хватить, чтобы разобраться с тушей. А что там лежит? А, там олень, которого я разобрал уже. В принципе, удобно, что не помечаются трупы, но при помощи ворон. Я так и буду знать, что я не пропустил ничего. Ну и перья. На стрелы как раз у нас там березки стояли, поэтому я такое, что могу воспользоваться. Так, костер, давай. Ну, как бы это не правдоподобно ни было, опять-таки на льду разожжем костер. Провалится нахрен. И я вместе с ним, да? Давай, родимый. Отлично. Так, уголь у нас, он хорошо, что есть, пригодится. Я, пожалуй, оставлю, наверное, 8 палок, ну, про запас. Мало ли, там, вдруг я буду еще при смерти как-то. Что у нас по запасам воды? Давайте, наверное, приготовлю пока воды. Про запас, значит, кок и... Сюда тоже давай. Так, water. Water. Так, тем временем, короче говоря, волк у нас там уже на 89% замерзший. И я подожду 16 минут. И еще подожду 18 минут до... Так, 19 минут. Так, и почему-то я не могу нажать. А ну так. Space. Так, take it. Банку с собой. Так, банку с собой. Все. На 58%. Это значит, что мы можем где-то за часик управиться. Как раз у нас горит это все дело. Полтора часа. Ну ладно. Замерзнуть, по идее, не должны. Ага, я понимаю. Но такова уж твоя судьба, мужик. Неси волка с собой. Пожарим где-нибудь по дороге уже. Чуп. Он там, брат его где-то завыл. Как же так-то? Да вот как-то так. Туман поднялся еще, конечно, хреново. Дальше по рельсам там нам пройтись
Будет непросто. Так, пить хочешь? Ну давай. Напивайся. Что-то я по мере того, как играю, это самое, захотелось поесть. Все эти приготовления. Охота, рыбалка, это все прям нагоняет аппетит. Вот, и я думаю, мне действительно хочется есть, или это просто последствия прохождения. Если последствия, то толстеют ли люди, которые проходят Long Dark? Надо посмотреть на тестеров. По-любому какие-нибудь там сидят чуваки, которые там жуют там чипсы, там еще что-нибудь. О, блин, чипсов захотелось, блин. Ах. Так, спокойно, надержимся. Нельзя есть всякую гадость. Только обратно начал восстанавливать форму на тренировках. Нельзя все это дело просрать. Что это такое? А, угу. Окей, ладно. Ладно, подумаешь. Так, не провалиться бы. К счастью, мы в данный момент не замерзаем, поэтому жить будем. Теперь опасаемся, да, все только нападения волка, пожалуй, и все. О! Здравствуйте, молодой человек. Как у вас тут дела? Да смысле я пройти не могу. Ну. Что такое, блин? Голова не помещается или что? Ну, тупо. Ну-ка, давай. Я ж надеюсь, мы не провалимся, пока дойдем до него. Так, записка, пропитанная кровью. В записке у нас описывается это самое, заначка, скажем так. Так, судя по количеству крови, замерзшей на этой странице, автор, получается, не очень хорошо себя чувствовал, когда писал ее. Сперва, получается, это было... Я не знаю, что такое expletive, опять-таки, но я жажду узнать это. Я не успокоюсь, пока не узнаю. Давайте наберу. Посмотрим, как переводится. Так, expletive написано набранное слово. Чё? Так, дайте мне просто мой словарь любимый. Ну, сейчас посмотрим. И читается оно expletive. Так. Так, оно сейчас. Expletive. Так, посмотрим. Так, слово паразит. Значит, на что еще есть? На слово вставка. Экспедитивное слово. Ненормативная лексика, матерщина. Ага, я так понял, просто в этой записке пишется, что так и так, бранное слово, да, то есть сперва это было протухшее мясо, да, получается, потом потянул, получается, лодыжку, потом, говорит, еще, короче, вылез этот... Ну, скажем так, опять же, грёбаный заключенный. Он появился откуда ни возьмись. Так, получается, ускользнул от него, упав, получается, в долбанную расщелину.
И, конечно же, именно в этот момент пришли гребаные волки. Я бросил все свое барахло и побежал, получается. Побежал изо всех сил с потянутой лодыжкой, получается. Если вы это читаете, то вот куда я добрался, как бы. Мне надо было уходить из Милтона вообще. Так, возьмем, короче, что у тебя есть, мужик? Есть чего-нибудь у тебя? Отлично, патроны. Nothing stuff. Сейчас будет тяжко, но... Нам пригодятся дрова, потому что сейчас надо будет жарить по-любому еще. А мясо, пока оно не протухло окончательно. Не испортилось. Ну, по крайней мере, я не зря пошел в этом направлении. Так или иначе, нам надо пройти по всей длине железной дороги и добраться до места, где мы сможем взять старое копье, по-моему, если я не ошибаюсь. А потом это копье и пойти еще и переделать, короче, в кузницу. Так что у нас тут целый квест на несколько часов, наверное. Так, тем временем, значит, сколько у нас там времени? 11 вечера. Ну, еще час давайте и тормознем. Я бы не хотел особо задерживаться, потому как завтра у меня тот день, и я не хочу его проспать тупо. Это будет крайне пустая отрата времени. Это камни или уголь? Камни. Так, и туда ли я пошел? Да. Я пошел туда, куда надо. Заходим в тоннель. Forlorn Muskeg. Ага. А, блин, между тем кофе остыл. Мерзко. Холодный кофе это просто вообще никакое вещество. Так, здесь, короче, походу надо найти там спуск, потому как у нас железная дорога в этом месте заканчивалась тупиком. А тупик нам нахрен не нужен, как бы. Нам надо добраться до места назначения. Но посмотрим по карте. Здесь есть тайник. Supply cash. Здесь есть у нас landslide. То есть мы можем здесь спуститься вниз, получается, пройти до maintenance yard. Так. И все. Нам туда? А, нам сюда. Получается, нам спуститься здесь, пройти сюда. И может как-то так выползти. Хрен его знает, конечно. Будем пробовать. Я в этом участке местности абсолютно не ориентируюсь. Будем пытаться выживать как сможем. К счастью, ружье у нас есть. Мы пострелять можем. Патронов мы подсобирали чуток. За счет тех волков, о которых я не попал, а я попал в на троих, по-моему, и не попал в одного. Но патроны я вернул, короче. Интересно, нам работает звук, опять же, поворачиваешься, не слышно. А так слышно. Позиционирование звука на Unity, походу, до так и не поменялось. Либо у меня проблемы с наушниками. Как знать. Так, здесь есть, короче, спуск, да? Значит, я могу только пройти, только жук,
и съехать на задницу, потерять половину вещей. Так, ну мы постараемся аккуратно. Аккуратно, у нас и так уже. Так, звук совсем другой, может отражаться от поверхности. Ну, может и так, но имею в виду это самое. Меня интересует именно на позиционирование там слева, справа. Потому как сейчас просто там чувствуется, ну, в моих наушниках там чувствуется просто там спереди, сзади и все. Я имею в виду, ты поворачиваешься, он либо есть, либо его нет. Вот, и ты такой, чё? Были какие-то игры, в которых именно позиционирование там хорошее такое, я прям залипал. Но я забыл название. Так, кажется, мы удачно спустились, это хорошо. Что насчет вот этой нычки? Так, нычка пока еще не здесь. Позиционирование работает на ура, это уже к претензии. Ну, раз ты так говоришь, что ну, полагаю, у тебя есть на это основание, так что верю. Верю на слова. А какого года игра этого? Я имею в виду. И на первые ембета там версии, они делались на ранних версиях Unity, еще, по-моему, на 3 там с чем-то, по-моему, вот так вот. И на протяжении нескольких лет игра постоянно перерабатывается, постоянно нам делаются обновления. Это уже получается дополненное издание сюжетной ветки с подзаголовком Redux. То есть уже обновленное все, да? Так, а где? Где-то здесь, да? Где-то здесь эта нычка, но вот куда? Как, что и зачем? Так, до звука не добрались, но... Мне кажется, у меня все-таки проблемы, наверное, с наушниками. Я не знаю, вам на стриме там слышно вот это позиционирование или нет, опять, когда я так вот. Вот сейчас поворачиваюсь, да, я не слышу того, что происходит там слева от меня. I knew I'd find something here. А ну-ка. Ага. О, бой. О. Так, ну порядок, короче. Доброй ночи, Аким. Заходи на следующий раз, буду рад всегда. Не. У меня... Да, то же самое и у меня. У меня просто там наушники вот эти перепаивались уже раз, наверное, на 50. Я постоянно их ломаю, постоянно на перепаиваю и... Возможно, уже тут на регуляторе громкости накрылся резистор и просто так контакты. Ну контакты, ты там уже наполовину оторваны, поэтому, мне кажется, проблема может быть в этом. Так, судя по всему, нам вот здесь перейти надо, да? Провод ломается, да. Я бывает просыпаюсь, встаю с кровати, нацепляюсь ногой за провод, получается, сам делаю шаг, и это так смачно, так дергается все. И наушники взлетают со стола, короче, падают. Все такое. Ну, в общем говоря, все в лучших традициях. Вот, и я такой, мать твою за ногу. Достаю паяльник, разбираю. Все это там дерьмо, меняю там провод, да, и так далее. Вот. Сидишь такой, ёкарный бабай, блин. Ну, без наушников никак, как бы, да. Тем более, ну, я не знаю как, но поначалу, когда я прикупил эти наушники, то звук не понравился.
Я привык уже просто к своим наушникам вакуумным от Samsung Note 10.1. Вот. И поначалу я прикупил планшет, я охренел, басы есть там, все есть такое, отлично, вообще. Просто для меня наушников лучше просто не было, да. Вот. А прикупил вот эти, по-моему, это Jamix MV какие-то там, 100 с чем-то. Ну, дешевенькие наушники, я прикупил их за 120, по-моему. Так, не, погодите. Стоят... Стоили они, короче, на тот момент 210 гривен, по-моему, или типа того, короче. Ну, на русский это примерно 400 там чем-то. Вот где-то так. Вот. Так, основных уже один провод вот изначально на 5 метров, на данный момент уже 2. Я... Знаешь, он что сделал? Я пошел в магазин, где продаются у нас различные там бытовые приборы, там техника, провода, переходники. Ну, по сути, это у нас единственное заведение, где это можно накупить. И я купил эти самые удлинители для наушников, на которые там джек... Ну, там нет разъемов, там чисто танштекер на получается одном конце и на втором конце. И я тупо штекера эти отрезал нахер, короче, и припаял к наушникам. У меня теперь, короче, провод 4 метра, наверное, где-то есть. Вот. И я прикупил специально из плетеного шнура уже, чтобы прям наверняка держалось. Ну и с момента до последнего ремонта без проблем, на вроде как нормально все. То постоянно я припаивал обычный какой-то там провод там и переламывался, короче. Бесило неимоверно. Сидишь, он никого не трогаешь. Раз он левое ухо отошло или правое ухо отошло, да. Начинаешь положение там искать, где оно заработает хотя бы. Вот. И кажется, из-за этих перепаек там всех у меня потерялось стерео напрочь. Так, пластик дубовый в соревнем уголове. Ну, я пока такого не заметил. Может быть, пластик у тебя такой просто не попался. Но, в принципе, у меня там нормально нагнуться. Без проблем. Так, итого, значит. Рельсы, шпалы. Ну, куда мы пришли? О, нам тарахтеть, еще и тарахтеть, да? Тут надо где-то вот так вот. Вот здесь завернуть, наверное, надо будет. И подниматься наверх. Надо идти, потому что погода портится. А там, по-моему, пещера видна, да? Что-то подсказывает мне, что есть пещера. С другой стороны, может быть, я просто как обычно туплю. Перегруз уже дается, усталость сказывается, заголодать быстрее начинает, опять же, почему, как? Не, ну понятно, да, ты шевелишься, себя ускоряется метаболизм там и так далее. Во. Вот сейчас вот шел, я этого оленя опять-таки только сзади там услышал где-то. Или второй момент, опять-таки, я думаю о том, что у меня сейчас наушники подключены напрямую в микрофон. И может быть у меня микрофон просто это выдает монозвук. Может такая хрень тут творится. Так, ну...
Здесь пещеры не оказалось. Прошляпился я. Ничего поделать. Топаем дальше, короче. Сейчас такой ветер поднимется, что хрен мы костер какой на разожжем. Но дрова есть, уголь есть. При желании как бы найдем место. Сейчас будем пытаться пройти подальше, а там уже дистанцию как-то сократим. Так. Ухи, брат, у них провод был просто изумительный, мягкий и гибкий, на ощупь как попа младенца. А со временем, видать, из-за разницы температур нагрели леса тела остыли, а стал как трубочка для питья, сука, из пакетика. Гнешь, он ломается в руках. Да, провода, вот это как раз с проблема у них есть, именно там у них кто-то там... Резина она постепенно затвердевает. Это еще что за покемон? Неужели это место для ночлега? А ну-ка, парни, давайте заглянем в дупло. Так, ну... Ну, что-то, не знаю, узковато как-то. Продувает еще, наверное, да? Пошли дальше. По дороге, где надо будет, наверное, еще забомбить кофе и пройти несколько миль еще. С перегрузом ходить тяжко, но я думаю, вагоны есть. Может, здесь мы сможем как-то заночевать? Так, и куда мы пришли? Ничего не обозначается, ничего не понятно. Как называется это место? Долго ли, далеко еще ли? А, здесь какие-то еще обломки есть. Я посмотрю, пожалуй, нет ли неподалеку каких-нибудь еще плюшек. Я ж такой. Любитель, скажи, лута. Так, там ничего. А поднимусь я, пожалуй, обратно. Надо посмотреть на эти вагоны там или что там стоит. Он еще проход там есть какой-то. Блин, столько всего изучать надо здесь. Как бы интересно. Ну, понятно, что если бы я там ходил в реале, то я такой, что и пробежался даже. Так, и что тут у нас? Тепловоз какой-то. Зайти нельзя. Ну, просвечивается кабина, но я думаю, можно ли зайти? А ну-ка. Не похоже. А с другой стороны как-то нет. Тут не подлезть, не пройти, не проехать. Ну-ка. Ни окон, ни дверей, короче, полная горница людей, да, у нас тут. Как это вообще можно открыть? Непонятно. Так, ух, как это меня тоже бесит. Хочу просто уже гарнитуру от телефона взять и не париться. Вон в родные... уши от мобилки и спал, них на руку наматывал, узелок связывал. Да. Но микрофона нет. Да. А, ну понятно, да. В принципе, как бы я перестал пользоваться гарнитурой уже давно, как бы, но. Наверное, с тех пор, как бывшая ушла. Я перестала с кем-либо в принципе общаться. Так, ну так, ага. И раз такой мишка сейчас залезает, ты что тут делаешь? О
Михалыч. Oh, может, договоримся, не? Ну не надо. Твою мать. Ну, короче, понятно все с ним. Look. The lights. Ну, посмотрите, свет есть. Ни хрена себе. Михалыч починил все. А, это северное сияние, вот оно что. И, судя по всему, у нас Мафусаил уже добрался с Арашана сюда, да? На полибасу. Накаркал. Ну да. Так свет работает. Ну чё, рассказывай, старый. You again. Ты опять. How goes the war, my friend? Ну и как война там, друг мой? Война? Война между человеком и природой, конечно же. Огни в небе, получается, цоты и медведь. Холод, голод. Старые битвы возвращаются опять. Ты распугал его или что? Но я тебя нашел, медведя отдельно не было, говорит. Так, слушай, старый, я не уверен. Ты все еще уверен, что... Но все вернется отца на круги там своя, ты, да, горит. Ну, ты видел огни, горит, они питают приборы вокруг нас, получается. Это бессмыслица какая-то. Да вот нет. А сейчас она как раз и происходит, вот это та бессмыслица твоя, типа. Так, дикая природа. Так, у меня в последнее время проблемы с природой тут. Здесь всегда так опасно. Ну, я многое повидал, конечно, но птицы и животные, у них собственные ритмы. В смысле? Их пути, получается, поменялись, они сломались, как бы. Даже те, кто раньше умел читать их маршруты, получается, сбились теперь. Не могу сказать наверняка, но свет в небе наверняка на них как-то влияет. То есть ты хочешь сказать, что северное сияние влияет на огонь, получается? Ну, в природе, говорит, ты много всего. Мы не понимаем еще, но... Так, северное сияние. Так это что, типа по повторяющееся северное сияние? Ну, может быть. И оно влияет на электричество. И все зависит от него, оживляет его. Или уничтожает его. Или то и другое. Или иди, да. Так, и ты знал, что так и будет? Нет, но это был вопрос времени. Все это уже происходило раньше. Угу. Ну, пич старый. Как всегда, короче, говорю. Все знают и ничего не знают, да? 20 градусов, бесконечные вообще. Оу, look at that. Look at that. Он уже, вороны уже летят, на самом деле. Чувак, мы тебе новый труп нашли. Далековато нашли, походу, да? Но красиво, ничего не скажешь. Прикольно, как бы. Так, погреться погрелись, но я думаю... Да хватит думать о еде, блин, жри еду, у тебя тут... Мясо. А, кстати, мясо пожарить надо. Ёкарный бабай. У нас тут мясо еще лежит. А ну, Мафусаил, поделись давай. Все равно ты читер, блин. У тебя тут все уже заготовлено. Так, а ну еще давай. Так, еще давай. Вот. Ну, и пока жарим волка, волки поют, короче, нам. О! Ни хрена себе.
Видали такое? Светящийся волк. Не дай бог нападет сейчас. Мафусаил. Ты чё спокойный такой? Ты посмотри на это дерьмо. Понятно, понятно, понятно. Да, ладно. Но он вернется. Да? Да, возвращается. Что творится здесь вообще? Да. А ну-ка. Ну-ка, налетай. Не, ну понятно, что если я от костра отойду, то по-любому он нападет. Как жопой чую, да? Жопа у меня греется, я такой чую. Чую, будет жестко. Так, тем временем у нас проходит там северное сияние, да, уже? Постепенно. Может, это как-то повлияет еще. Ну? Да нет, ля. Вот, сбегает постоянно все. Ну, но пристрелить, конечно, надо. А тем более уже он борзеет потихоньку, лянь. Ладно, подходи поближе, давай. Поработаем с тобой. Мафусаил, вот ты странный какой-то там мужик. Вот видишь, опять же таки, волк. Хитрый. Патроны не хочет уже тратить, да? 42 минуты, пока волк теплый. Пипец он странный, гляньте. Вы посмотрите на это дело. Жесть какая-то. Так, 31 минута, час. Нет, давай я пока, наверное, соберу за полчаса мяса. Я не знаю, что он зеленым светится. Я сам не понимаю, что происходит. Но это страшно. Я веду. Что творится вообще? Так, что по мясу? 4 минуты, 3 минуты. Ну, подождем, пока будет готово. Заберем и... Давайте тебе на шкуру, наверное. Сдерем с него сейчас пока. Пока он окончательно не замерз. Давайте, 50 минут. Так, я уже мерзнуть начал, да? Вот. Возвращаемся, короче говоря, к костру. И вот хорошо, что Мафусаил появился. Как раз и разжигать не надо. И пожарить можно. Свеженькое. Свеженькое мясцо. Северного волка там какого-то. Да, да, что-то у нас сегодня странный какой-то получается стрим. Волки светящиеся. Не, ну... Я, пожалуй, пойду его, наверное, и сфоткаю. Так, пошли обратно. На память. Так, тем временем у меня там уже подгорает чуток, да? Так, давай еще. Там сколько? Килограмм мяса давай еще. Тут нарезал. Так, ну, там у нас есть 58 минут. Ну, хорошо. Я подожду чуток еще, наверное. И после этого... можно прилечь будет, то пока у нас мясо пожарится. Так, ждем. Так, час. Мы не будем ждать. 9 минут. Так, ну и кладем мясо. Давай так, тут час и тут сейчас будет час, да? Так, один час, один час. Можно прилечь по-быстренькому сейчас. Здесь как раз пока. Тут жарится мясо.
просто передремать часок. Разблокировано на достижение огни в небе. А, уже прошли огни у нас, да? Так, что по мясу? 5 минут. 5 минуточек у нас есть. Забираем. Забираем. Приготовим, давайте, наверное. Что мы приготовим? Да кофе приготовить надо. Или нет, давайте, наверное, так. Приготовим чай. Вот. И поставим туда сейчас еще на волка. Там сколько его осталось? Почти килограмм. Ну, час. 11 минут. Не. Поспать уже не получится. Берем, короче. Так, тем временем. Не понял. А где волк? Что происходит? Я больше не понимаю, что происходит в этой игре, блин. Поспать-то, в принципе, мы поспали, или у нас нормально там все. Сейчас просто попить надо хорошенько и поесть. Так, одна минута. Ну-ка. Так, порядок, значит, пей. Может быть, да, это, видимо, особенность этого северного сияния. Странно, конечно, ничего не скажешь. Так, а ну килограмм мяса давай упари. И еще жри. И запивать не забывай. Так, давай, наелся, напился. Давай, 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 давай. Допивай все. Доедай остатки. Так, ну и хорошо, что как бы у нас еще мясо до хрена. Так, я нажрался, короче. Полчаса у нас есть. Так, ждем. Забираем мясо, короче. Улучшенный отдых у нас. Преимущество чая, который мы выпили. Но ночка была интересная, ничего не скажешь. Брайер Хаус. Так, и что у нас здесь? This will come in handy. Может быть, может не. О, неплохо. Мафусаил, я надеюсь, ты не свалишь я сейчас никуда, потому как я приду скоро, короче. Я хочу осмотреть территорию и понять, что здесь происходит. Так, тем временем эффект согревания у нас прошел. Два патрона есть, это очень хорошо, как бы. Если не промахиваться, то можно на 22 волка заводить. Как-то, не знаю, оленей даже же трогать не хочется, потому что... А, так мы назад уже не вернемся, да, если так пойдем. А нам туда? Ну, типа да. Или же пойти туда вниз, посмотреть, что там делается. Я схожу, наверное, на пока вниз, чтобы не отрезать себе путь уже полностью. А то я так и не узнаю. Чем у нас все закончилось. Перейти еще. Так, значит, я пытаюсь понять просто с какой там стороны я пришел, потому как, а вон там тот локомотив, так сказать, или что там такое,
стоит. Получается, в эту сторону, если пройти, то можно чуть дальше пробраться. Но куда мы выйдем, вот это отдельный вопрос. О, дятлов слышно. У нас как раз перед окном кухни есть кормушка для птиц. И периодически прилетают там синицы, сойки, воробьи по-любому, опять-таки, там самая таки многочисленная часть. И прилетает, и бывает еще дятел, сокол, получается, это был один раз. Да, хотя не один, а пару раз, опять-таки. Во второй раз, конечно, появление его было неприятным, потому что он при мне на лету заклевал, короче говоря, воробья, который там ел, сидел. Зрелище мерзкое было. Воробей такой там стоял, просто так клевал себе пшено, и тут камнем падает этот, я так понял, ястреб или сокол, короче. И тупо попробивает ему череп, короче, клювом. Я и выпал просто, блин. Ну и он сразу его забирает, короче, с собой в когти там свои взял и нам дерево понес. И там его доел, короче. Так. Это что такое? А, понятно, кепка. Так. Скомканная записка, значит. Записка написана я рукой, получается, на засаленной бумаге. Большую часть текста не разобрать. Значит, написано там, продолжается, типа, да? Угу. Месяцев без зарплаты. Заставляют нас разбираться с этими лесными безумцами, получается. А теперь они посылают меня... за ними, ну с меня хватит. После этой ходки я все. Ну что бы там ни случилось, если ты придешь на помощь, то встреть меня на дальней стороне, получается, сатанинственного озера, рядом с летними кабинками. Не кабинками, а хижинами. Вот. Начнем оттуда. Либо мы... Угу. И продолжается там. Тем временем у меня перевес на 9 килограмм уже, блин. Я что-то... Так, ну патроны надо. Надо. Что ты хотел? Ножовочка. Ножовочка тоже надо. На металл как раз пойдет. Нам же надо будет копье наковать. А без металла это никак. Так, это что? Спички. Ну, fire log. Неплохо, прессованная дрова тут есть даже. Печечка есть. Так, значит, что здесь? А? А? Вы это слышали? Фух, блин. Стрёмно. Так, еще одна записка, да? На наблюдение за северным сиянием. Значит, записка найдена в ремонтном сарае, скажем так, но с наблюдениями касательно северного сияния. Так, эти огни в небе, получается, сотворят какие-то иностранные штуки с местной механикой, да?
Значит, мы... Сейчас. Мы нашли этот старый сарай, получается, и компьютеры начали выключаться сами по себе, а лампы начали зажигаться. Мы пытались вызвать, получается, головной офис. Когда, получается, северное сияние... Или как его там, получается, погасло, но... Так, сейчас. А, не-не-не-не. Мы пытались, получается, связаться с главным офисом, пока вот этого северного сияния не было, но мы не... Да, это самое. Не попали туда, да? Так, не могу даже сказать... Работают ли телефоны, получается. Тут... Из нашей зимней команды осталась только горстка людей. Некоторые из них хотят попробовать, получается, пробраться на побережье и к лежащим там поселениям. Если ли вы найдете эту записку, то знаете, мы пошли туда. Мы все еще надеемся, что Prayer House, получается, вышлет за нами спасательную команду, если ли он прежде чем до этого дойдет. Даже, получается, с... даже несмотря на то, что мы принесли сюда, короче говоря, бочку для розжига костра, да, это самое, тут зверский холод стоит. Так, значит, что здесь? Так, ну ладно, значит, это pork and beans, уже неплохо. Честно говоря, я брать уже ничего не хочу. Так, ski jacket. Так, а что она даст, если ее напялить сверху? Надо посмотреть еще. Но кровать тут есть, поспать можно. Но продувает, конечно, нахрен все. Так, волки где-то. Так, это что? Бинты. Бинты нужны? Открыл двери и оказался где? Ни хрена себе. Maintenance shed. Ремонтный, скажем так, да, цех. Сколько ткани-то? Добра здесь, конечно, немерено, но зачем-то же я сюда пришел. Вот с одной там стороны, конечно, не хочется уже обыскивать, потому что ты знаешь, что тут столько всего, что ты уже не унесешь. С другой стороны, может же попасться какой-то редкий предмет. Ну, чаек. Ладно, давай. Сардины давай. Так, микроволновка, все дела. Вот, редкий предмет наподобие топора, которого у меня сейчас ни хрена нет просто. Я не могу даже нарубить толком ничего. А не говоря уже о том, чтобы отбиваться от волка. Так, потребуется монтировка. Монтировки у меня нет. Еще одна записка. Так, та же самая, короче, рядом записка, что так и так. Несколько месяцев без зарплаты, там все дела, пошли на таинственное озеро. Пытать счастье. Забирать, пожалуй, отсюда не буду пока ничего. Кроме, наверное, самого
важного в спичке, понятное дело, понадобится, поэтому их заберу. А что на холодильнике? А, бумаги просто на холодильнике лежат, поэтому я внимание обратил. Замело тут все. Так, но выходить не будем, потому что я знаю, в Lone Dark постоянно на ты выходишь, двери за тобой ломаются и ни хрена. Так, судя по всему, это наш человек, при котором не выдавали зарплату уже долгое время. Так, а ну-ка. А, это... Так, листовка получается от лесных этих сказателей, или как они там называются. Пришло время восстать. Мы больше не можем сидеть сложа руки, получается. И наблюдать за тем, как наш, получается, соостров Великого Медведя продолжают насиловать компании по добыче ресурсов. Если вам не плевать на этот остров, получается, встречаемся у старой хижины, получается, на окраине не таинственного, а на окраине провинциального парка таинственного озера. Вот заковыристая перестановка слов такая. Так. Сотовая связь и спутниковые телефоны, короче говоря, работают лишь в некоторых местах, поэтому и используйте, получается, сникернет. Это типа по-моему разновидность интернета, короче говоря, там старая еще. Я проводил когда-то урок по компьютерным технологиям, и там как раз попадал ласита сеть, рассказывал, что она довольно старенькая еще, до появления интернета было. Вот. А, помните, получается, они наблюдают там, так что думайте, кому вы доверяете, да, имеется в виду такое. Кто наблюдает? За кем наблюдает? Ну чё, проф? Так, класс. Так, у нас есть... Там есть что-нибудь? Так, топливо. Вот, отлично, мне это надо. Для фонаря как раз можно заправить, если понадобится. Со ночью будем ходить. Нет? Да. Угу. Передвигаемся мы уже медленно, потому что уставшие... Да, я что-то подустал уже. Ну, какой системник, а? Ну, прикольно, на порты ты нарисованы такие все. И клавиатурка простенькая. Не то, что я лепил там, да? Просто так клавиши склеены между собой и порядок. Может, и я так сделать должен, а? Я думаю, это... Неплохо бы сокращало количество полигонов на клавиатуре, которую мы вылепили там. Так, ну ладно, это новый суп. Заберем и сожрем его тупо сейчас. Так, так. Да, это сильно бы сократило, я согласен. Так, cheap, nylon outer layers, good for blocking wind, and that's about it. Угу. Не пригодится. Так, понятно, требуется. Так, чувак, не дыши, я не вижу ни хрена из этого дыма. Пара, вернее. Так, там сколько у нас еще осталось? Ну, примерно на 15 минут до конца там стрима, давайте так. И все. На клавиши не понажимаешь, если... Да, вот это и проблема. Тут либо анимированные клавиши отдельно делать, да, либо...
А что если просто взять в качестве лода? Сделала ту же самую клавиатуру, но просто со слитыми клавишами. На расстоянии это незаметно будет. Вот. Так, ну вот получается вот это наша... Это... Господи. Плавильная печь, короче говоря. Это сам... Здесь надо будет выплавить как раз наконечник для... копья. Но поскольку у нас еще нету древа его, и мы не сходили в поместье, где копье это поломанное лежит, то мы рановато пришли сюда, короче. Так, обязательно. А самый маленький лот, ну такие есть, где просто... Так, ну да. Просто как бы я ослепил с учетом того, что это будет то видно близко, поэтому тут можно, надо сказать, нулевой лот. Так, pry bar. Ломик есть, ну... так, а тут что, вот так типа надо забираться или как? Ну-ка, пройдемся. Вот раз такая ломается от доска, я ломаю ноги там и все к чертям ломается. Короче, я такой, все, и помер. Вы ушли в долгую тьму. Так, бутылка с водой. Ну, нет смысла брать это все. Я перегружен уже по самые... Не балуйся, короче. В принципе, на который час там оно? Там сейчас, короче, у нас день, да, на улице, поэтому мы могли бы пройтись чуть дальше, но давайте сбросим, наверное. Так, сейчас я найду, пожалуй, шкаф какой-нибудь, и в этот шкаф я положу барахло, которое здесь насобирали. Так, а это что? Вот все интересно, все хочется цапала попробовать забрать, короче, и так далее, но не. Нельзя, короче. Так, ящики какие-то. Так, забраться на них нельзя, конечно же. Наверх туда не пролезть, не пройти. Нахрена вот это было сделано, я не знаю. Но раз сделали, значит сделали. Так, ящик. Ну хорошо, нам надо еще зашить ботинки, поэтому я думаю, пожалуй, здесь еще одни сутки пережить можно. Так, шарфик. Топливо. Ну пускай лежит. Пускай лежит. Короче, я по шкафам распихаю барахло мое сейчас, потому что некуда просто вообще. Я завален. Передвигаюсь уже как улитка. Любой волк меня пешком догонит тупо. На четвереньках. Так, а можно ли положить это в морозилку все? Оно. Так, давай туда, короче. Beef jerky, значит, вот эти все хреновины. Так, из еды у нас там что есть? Пожалуй, я такой, что оставлю, наверное, те вещи, которые получше немножко по качеству. Значит, чай туда положим, давайте. Старый только чай положим. Так, 5. Ни хрена себе, блин, 5 пачек. Да мне это... О-о-о. А, 5 чашек. Дошло, короче. Так, кофе туда, волка туда, короче говоря, килограммы эти лишние. Суп туда положить, значит. Так, ну рацион, во-первых, пускай будет наш сухпай. А дальше положим, короче, вот сюда давайте все. Значит, что у нас еще такого из тяжелой артиллерии? Ну, в принципе, я не знаю, наверное,
Так, так, 0,4. Лески. Ну, лески, ладно, они там вообще весят ничего. Пила. Положим туда, давай. Так, топливо. Но это можно будет сейчас залить в фонарь. Шкуры, во. Я-то думаю, что так меня корежит жестко, блин. У меня что-то настреляно, набито прям. Я вообще не знаю, я могу торговать ими, просто банчить взять. Так, из одежды там, которая не пригодится. Так, лыжная вот эта куртка, надо посмотреть, что она еще может. Так, носки. А, кстати, носки, эти самые там скалолазные, да, и мы поменять можем парочку взять, напялить и порядок. Так, медикаменты. То давайте обезболивающие, наверное, переложим одни. Так, вот эти. Так, вот сюда кинем. Значит, что у нас здесь? Таблетки для очищения воды. Еще давайте, значит, выложим это дело. Антисептика, наверное. Выложим туда. Еще один антисептик. Бинты пускай будут. Антибиотики. Ну, ладно. Где-то одну, наверное, оставим. Опять пускай будет. Так, хорошо. Ну вот уже меньше. Эта хрень по-любому нужна. Без нее не выживем. Спички можно выложить. Тут уже до хрена насобиралось, как бы. Я такой, что картонные переложу. Так, 20, наверное, оставлю картонных. Или 40. Так, деревянные, конечно. Деревянные они поценнее. По-хорошему, я такой, что, наверное, оставлю тоже там несколько пачек, пускай будут. Бревно, короче, да. Нахер, короче, бревно это. А сколько оно горит? Я не знаю, блин, сколько оно горит, но... Так, переложим 4, давайте. Да хотя какая разница, давай, наверное, вот так вот кинем. Уголь. Выложим один. Палки. Все выложим. По дороге, я думаю, на собираем там столько, что хоть вообще бы завалены ними полностью. Ну и, пожалуй, вот это и все. Полегчало, нормально. Так, что у нас там по еде? Жри давай. Нажрался? Есть. Волков еще настреляем, думаю, там, если надо будет. Так, касательно одежды. Что по одежде? Одежда не промокшая, это хорошо. Лыжные носки. Давай починим. Я думаю, опять же таки, это самые мощные носки, которые есть. Ну, это не лыжные, а скалолазные, как бы, да. Но они хороши. Так, 84%, давай еще. Сейчас так, подготовимся, зашьем, все поедим, поспим и будет хорошо, короче. Так, 1 градус, ну вот, по сравнению с этим дерьмищем. Запасные у нас как раз есть. Так, new climbing socks. Так, есть... 99%. А, мы ж починили, да. Я забыл даже как-то. Так, а ну-ка, что тут у нас? Long Jones. Так, а сколько новые дают? 78. Давай починим, короче, вот эти лосины наши. И посмотрим там, сколько нам дают вот эти. Так, здесь 1 градус, да? А здесь 1,1. И это наполовину. Конечно, я возьму их. Так, давай их, наверное, чинить. Лонжоны вот эти. Repair. Так.
Интересно, как они переводятся нормально. Так, значит, что здесь есть? Два градуса. Да, конечно. Конечно. Я даже думать не буду. Так, тут у нас 49% штанцы. Надо бы подшить. Потому что если они у нас заруинятся, то яйца мы себе отморозим точно. Так, repair. Ну что, порядок? Да. Плюс 1.5 градуса, отлично. Да мы вообще будем сейчас как Дед Мазай, короче, нормально все будет. Так, 90 градусов. А... Стоп, у меня шапки нет, что ли? Не понял. А... Вот она что. Я выложил шапку там, короче, в вагоне. Я подумал, что я ее не ношу, да? Но оказалось, что я ношу там все-таки. Вот тупо получилось. Ладно, ничего. Где-нибудь найдем еще. А вот эту вот штуку надо починить. Я начинаю тупить, короче говоря, пора заканчивать. Так. Значит, что здесь... Городская парка, вот это надо. Так, 1.3, 2.3. Ну понятно, как бы, что мы оставляем. Это без вопросов. Недостаточно материалов для ремонта. Так, а ну-ка. Так, 2.4, 1.3. Ну тогда вот это. Хотя 67%, 97%. Да не, нормально, нормально. Так, вот эта штуковина, что у нас? Так, 94, 93, 91. Это можно порвать. Harvest. Потому что флис это вообще хрень полнейшая. Конечно, на тепло держит, но чуток продует и все. И мы опять в заднице, короче. Так. Actions. Repair. Ну, давай вот эту на тряпки, короче, пустим. Так. Что у нас говорится? Так. Так, зимняя куртка из синтетики, получается, хорошо защищает от ветра, но плохо, получается, согреет. Вот. Что можно сказать, значит, что здесь? Так, так, от ветра как держит? Так, 1.9, 1.3, 1.9, да, в принципе, лучшая одежда у меня уже есть, как бы, я считаю. Harvest. Рвем это дерьмо, значит, потом зашиваемся. А я такой, что починю, наверное, еще давайте. Это куртка кап... А, так, зафейлил. Твою мать. Ладно. А, потому что темно уже. Оля, посмотрите на эту хрень. О! Не может быть. О-о-о! Так, автосейв дайте, пожалуйста. Ой, тупой дурень. Так, ну, короче, я понял, да. На этом, пожалуй, Лондарк, пора, наверное, остановиться. Все, я окончательно потерял свой IQ тупо. Вот. Так что да, значит, Слон Дарк на сегодня хорош. Завтра тогда, если что, продолжим. Я завтра там более-менее свободен, но скорее всего освобожусь часам к 7 вечера, поэтому ожидайте либо к 7, либо до 4 вечера, получается, максимум так. Если проще, в промежуток с 5 до 6 я занят, короче, полностью. Вот. Так что примерно вот такие планы нам завтра, и там разберемся уже.
Ну, а так вроде все. Если какие-то будут вопросы, пишите тогда в личное там сообщение здесь на Твиче, а там разберемся. Вот. На этом все. Всем спасибо, всем пока и до следующего стрима.